Наш добрый телеканал АТВ, Михалыч, о превратностях погоды на 13 апреля. Всем, кто нас смотрит, только самого лучшего вам. По республике местами небольшие умеренные осадки в виде мокрого снега и уже дождя. Утром местами туман и ветер западный 5-10, днем в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха, северные районы, это Баунд-Муйский, ночью минус 5-10, по северо-востоку местами еще минус 13-18, а днем все-таки плюс 2, местами до плюс 8. Центральные районы, Волгинский, Тарбагатайский, ночью минус 2-8, днем плюс 9-14. Южные районы, это Кяхта, Джида, ночью минус 1-6, местами до минус еще 10 мороза, а днем плюс 8-13, по юго-западным районам плюс 3-8. Наша любимая столица, ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь, ветер западный, ночью 6-11 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 1-3, максимальная днем плюс 10-12. Атмосферное давление ночью будет расти до 712 миллиметров ртутного столба, а днем слабо падать до 709. Что пожелать тебе? Богатства, удачи, здоровья. От жизни каждый хочет своего, а мы желаем просто счастья, чтобы было понемногу, но всего. Чего вам желает любящий вас АТВ и Михалыч. Будьте здоровы!